Приветствую вас, дорогие зрители моего канала, меня зовут Михаил, вы на канале Фонзы. Подпишитесь на этот канал, чтобы видеть больше видео там всяких похождений, на канале их еще много. Также по ссылке в описании есть пулис, на пулис с этой игрой. И сегодня я решил попробовать новую игру, я лиса. Так, опции, русский, качество высокое, опа, разрешение. У меня монитор-то не такой. Вот все. Так, режим полный экранный, средняя, высокая. Давай высокая, высокая, высокая. Высокая это максимум, значит новая игра. О, я могу двигаться? Нифига. А что это за хрень, которая рядом со мной летает? Вот эта вот, маленькая. Так, значит, какая-то черная жидкость с поверхности пробралась в их место обитания. Если честно, я эту игру вообще ни разу не играл. Сегодня первая книжка. Кстати, у него такая постель неплохая, да. Это та книжка, которая была только что в кассе. За мной какой-то... Это призрак, что ли, или что? Почему за мной летает? Странная хрень. Нифига у него столь красивый. Опа, картина. Так, а это что? Это вроде живой... Это типа мама... Брату или сестре что-то читать или что? Так, ладно, пойдем. Опа, водоросли. Это полка с водорослями. А ты кто? Наскальные рисунки какие-то так. Жемчужина. Ваза. Нифига себе ваза. А ты там тут так удобно, да? Хотя, может, это и не цветы. Так. Еще наскальные рисунки. Давайте-ка пойдем к выходу. А здесь что? Подушки. Стоп, ты можешь вода... О! И типа я сыграл? Ну, пойдем. Так, я прыгать могу. Бежать нет. Какая семья большая. Опа, сундук. Могу открыть? Тут ключ, похоже, нужен. Так. Так, откроем. Тут тоже ключ нужен. Значит, пойдем поищем ключ. Может, здесь? Здесь нет. О! Это... Музыкальный инструмент какой-то. О, спасибо. Я даже не заметил, как она прошла и открыла.
А что за это рыба, я думал, какие-то частицы летают. А хотя как летать, мы же в воде. Все, пойдем откроем дверь. Нифига она сначала на меня пошла. Ну, дверь в смысле. Камешки тут. Что это такое? А почему ты? Ты что, урон получаешь? А то есть все, что там жили только что. А, я не могу пройти, я как будто умираю, телепортируюсь сюда. То есть вы хотите сказать, что там все умерли? О! Где вода, тут притяжение такое сильное. Если оно вообще тут. Ну, тут есть. Так, запрыгивай. О. А это что такое? Снизу вот полоса какая-то. Вот там F можно нажать. А это что? Рыбка. Достижение получил какое-то. Рыбку освободил, достижение получил. Прекрасно. Еще рыбка. Вот рыбки плавают. Ракушка. За что он отвечает? А это что такое? А, подожди. Это... А почему он отделяется? Это более соленая часть воды или что? Ой, я дверь открыл. Или стену убрал, что ли? А ты кто такой? Ты что такой огромный? Опа. Ну, красивая игрушка, да. Вон там медузы плавают. Офигеть, какие огромные медузы. Здорово. Что за такое вообще? Какие-то странные звуки от тебя исходят. И все, он просто меня рассматривает, и все. Давай я на тебя залезу. А, нельзя? Или что, давай залезу? Почему нет? Он не дается, похоже. Ух, у него это черная хрень. Или может он помирает от нее и ему плохо. Или может он ее испускает. По медузе можно прыгать? За мной все еще эта летающая хрень летит. А как я перейду, если тут все в этом черном дыму? А, ну можно вот здесь перепрыгнуть. Медуза! Опа! Вы что мигаете? Интересно. Я пока вообще не понимаю, что здесь происходит. Бля. Какие легкие падения здесь? Ой, здесь как раз спуститься можно. Можно было бы и обратной дорогой. Также. А, я могу двигаться, окей. О, кстати, я заметил, у меня что-то сияет прям над головой. Какая-то хрень. Похоже, какие-то манипуляции проходят между вот этой какой-то штукой и вон той. Так, пойдем тогда к ней, и сейчас у нее что-то включу. И сейчас будет тогда еще и снизу манипуляция, что ли? Вот достижение.
Я куда-то... Это, по-моему, храм какой-то или что? Тут вон вроде бы как будто дома какие-то в камне. Ай, меня убило. А это что? Это дерево вроде. Короче, меня тот огромный живой объект поплыл и принес сюда. Наскальные рисунки опять. Это, по-моему, как будто кристалл какой-то и что-то ритуальное. Так, ну тут вот проход. Опа, рыбка. Опять мне дали достижение. Сейчас я даже не знаю, куда идти. Там можно от рыбки куда-то пройти? А нет, просто рыбка и все. Тут как будто мини-секреты с рыбками связаны. И куда тогда пройти? Куда она меня закинула? Тут же прохода вроде нет. Зачем было закидывать меня? Я не заметил то, что тут можно попрыгать. Давай. Оп. Все, есть. Оп, еще один раз. И дальше. Прекрасно. Прям отлично проходится. Так, а здесь что? Здесь непонятные символы. Ну, непонятные мне. Может, кому-нибудь понятно. Опять этот кристалл. О, тут, похоже, головоломка. Стена из этой черной, можно сказать, пыли. Она исчезла. И можно дальше пройти. Опа, медуза. Давай. А, ты что не прыгнул? А. Так, на медузу. И дальше вниз. О. Сидит на подушке, кайфует. Так, интересно, то есть нужно нажать на 2 и превратиться в плавающего. Нажать на 1 и превратиться в пешехода, ходящего. Алло, а почему не нажимается? Да что такое? Почему не срабатывает-то, а? О, около меня уже 2 летают. Что это значит? А, тут еще можно и выбирать. О, вот так можно вверх быть, вниз. А почему нет? Алло, поднимайся! Давай, поднимайся. У меня нету больше поднятия. Ему сил не хватает или что? Я не могу подняться, ему сил не хватает, похоже. Или там прям можно в воздухе фигачить. Давай. О, красава. Не-не-не, долети, долети, долети. Ну уже давай же. Давай. Все. Ты пошел на дно. А можно сначала с того сохранения, с последнего начать? Все, он утонул. Давай тогда отсюда. Давай. Подбираем момент. О, красота. Ема, он преодолевает дорогу. И давай. Еще один раз. Молодец.
А все, у меня больше нету. Тут уже и пройти можно, как по мне. Превращайся обратно. Все, можно дальше пройти. Тут кораллы. Опа, камешек. Так, запрыгнули, отлично. Черная хрень. Давай тогда пролетим. Проплывем, точнее. Угу. Все, проплыл. На тот коралл. Или это не коралл, я не знаю. Нет! Живи! Ладно, я не смог. Все, утопись нахрен. Ля, какие водоросли красивые. А, я не в ту сторону. Давай, вот так будет быстрее. Все, восстанавливаю энергию. И похреначили. Молодец, он прям все переплывает. Красавчик. Давай вверх. И дальше. Все, я запрыгнул на этот коралл. Или это не коралл? Короче, на эту каменистую хрень запрыгнул. Давай дальше. Ты долетишь? А, все. Ты доплывешь? Все, спокойно он здесь. Превращаемся опять. О, нифига меня ускорило. Все. А можно увеличить количество взмахов? Сейвинг. Так, это что? Опа, дорожка открылась. А тут что? А, у меня теперь снова один. Давай обратно. У меня снова теперь один этот летающий. А, вот туда надо было. Ну ладно. Сейчас перебежим. Бом-бом. А! А как? Так я ж не успею. Так, может я что-нибудь взять могу? Я могу взять. Там камешек какой-то. Так, я могу взять досочку? Нет. Оно не берется. А там что? Там на медузе что-то стоит, по-моему. А! Это пакетик. О, опять достижение. Опять спас рыбку. Я заметил, там рыбка была. Так, а может я так смогу перелететь? А, так я и так смог. О, здорово. А, я так понимаю, чем больше у меня вокруг этих маленьких летающих существ, плавающих, тем больше я могу использовать смахов. Ну, тогда сейчас надо собирать их. Так, я вот сюда перехожу. О, спасибо. Интересно. Медуза, поможешь? Медуза.
Помоги, пожалуйста. Медуза. Давай. Все, мы выходим отсюда. Прощай, Медуза. Сейвинг. Тут летать, плавать опять. Что там дальше? Там опять эта хрень? Надо туда, я так понимаю. Переплыть. Ему как много расстояния передали. О, опять рыбка, здорово. Еще достижение. Я так понимаю, за каждую рыбку будет даваться достижение. Так, полетели. Поплыли. Все еще пока что хорошо. Давай до туда доплыви. Так. Что тут у нас? А, опять ты? Здорово. Опять это животное большое. Как будто черепаха. Здравствуй. И до свидания. Плывем. И сразу преодолели дальше расстояние. Просто путь быстрее, чем ему так идти. У него очень странные руки, они как будто ни на что не способны поднимать, в смысле. Сейчас вот доплыву до кольца, и меня сразу же закинет на ту вот камешек. Почему камешки просто плавают в воде? Они же должны ко дну прибиваться, нет? Я промахнулся. Я доплыву? Давай. Ну же. Я доплыл. Мне не хватило. Может, все-таки доплыву? Давай. Есть, я жив. О, опять рыбка. Давай помогу. Так, все, я заплыл к себе, рыбка. Освобождайся. Так, и куда мне теперь? Все. Я до сюда. А куда? И куда мне идти? Блин, не знаю. Что ж, я думаю, пожалуй, продолжу в следующих сериях наши интересные достаточно похождения. Так что вы не забывайте ставить лайки, комментировать, подписываться. По ссылке в описании есть плейлист, также сейчас на экране. Он мог и раньше появиться. Всем удачи, всем пока!